90 дней тюрьмы и 3 года испытательного срока получил хоккеист сборной России клуба «Лос-Анджелес Кингс» Вячеслав Воинов. Обвинявшийся в избиении супруги, спортсмен пошел на сделку со следствием и признал себя виновным, как сказано, в мелком правонарушении. Отбывать наказание Воинов начнет уже в понедельник. Он также должен выплатить штраф $700 и пройти курс консультации по проблеме домашнего насилия. Хоккеиста арестовали в конце прошлого года. Его жена попала в больницу с травмами. Врачи, решив, что это дело рук Воинова, вызвали полицию. Спортсмену грозило до 9 лет заключения. Из-за скандала его отстранили от игр НХЛ.